Ежельник хочет ее распилить! Вы только посмотрите на это, Бонда! О, черт! Я отказываюсь на это смотреть! Он реально ее распилил прямо на наших глазах! Че творим, бро? Меня зовут Серхио! Неси, бро, сразу же, просто сразу же переподписывайся на мой канал! Чтобы вступить в мою Суприм-банду! Ведь, поди, ты же знаешь, кто не с нами, тот под нами! А я, как вижу, бро, тебе не очень нравится быть под нами! Так что быстрее подписывайся, чтобы быть в мысленной банде на Ютубе! А также сегодня со мной видео снимает Настя! Привет! И Суприм-банда, вы просто не поверите, но сегодня мы приехали на место, где живет реальный маньяк! Говорят, что он носит с собой огромную пилу и крюк! Этим крюком он ловит своих жертв, после чего привязывает их к потолку и просто разрезает напополам своей огромной пилой! Также нам еще сказали, что он носит маску из кожи человека! И по описанию это очень похоже на маньяка кожаное лицо! Правда ли это он будет, банда, я не знаю! Но сегодня я запущу свой новый дрон и надеюсь, мы сможем на него снять что-то интересное! А тем временем, бро, давайте на это видео наберем 30 тысяч лайков! И тогда на свой дрон я сниму бой Джейсона Вурхиса против кожаного лица! Ну а за 60 тысяч лайков я сниму маску с кожаного лица, чтобы увидеть, что же по ней было все это время! А также, бро, не забывай подписываться на мой инстаграм и на инстаграм Насти! Ведь в своих инстаграмах, банда, мы общаемся со всеми вами! Подпишись на нас, напиши нам директ и все, жди! Уже совсем скоро мы ответим именно тебе! Так что, бани, давай, все ссылки в описании, ставь лайк, а мы тем временем запускаем мой новый дрон! Погнали! Окей, банда, я надеюсь, вы готовы. Настя уже запустила наш дрон. И мне скинули скриншоты из Google карт, где находится этот дом. Вот как это выглядело, и мне кажется, банда, что мы уже где-то около него. Потому что вы только посмотрите, это место здесь очень похоже на то, что мы видим. Возможно, это и есть тот самый дом. На вид этот дом выглядит заброшенным, что в принципе похоже на место, где может жить настоящий маньяк. Мне кажется, вряд ли маньяк будет ухаживать за своим домом и двором. А здесь все это выглядит просто ужасно. И кстати, банда, сегодня я намерен реально этого маньяка на свой дрон, потому что с помощью своего нового дрона я смогу подлететь близко к окнам этого дома и заглянуть прям внутрь, и возможно мы увидим что-то очень ужасное, хотя по двору, который мы только что сняли, я так не скажу. Даже если бы здесь не жил кожаное лицо, а обычный маньяк, то как минимум здесь бы были видны хоть какие-то следы, к примеру остатки от трупов, которых он убивал, а здесь просто ничего нету. Я думаю, что тебе нужно опуститься ниже, посмотреть, возможно внутри этого двора что-то будет. Да, хорошо. Итак, банда, Настя опускается, а я пока что ничего не вижу. Вроде бы ничего нету. Там просто ничего не видно. Даже он сбоку есть какой-то колодец, он просто заброшен. Мне кажется, вообще никто никогда не открывал. Неужели нас просто обманули? Здесь никто не живет. Нету вообще никаких следов жизни. А еще, банда, вы обратили внимание в самом начале, когда мы были сверху. Было видно соседей. То есть здесь живут реальные люди. И они живут так спокойно, зная, что около них живет настоящий маньяк. Если бы они были бы нормальные, то они уже бы давно вызвали полицию, этого маньяка бы поймали. А говорят, что он все еще здесь живет. Неужели нас снова обманули? Здесь никого нету. Это все очень подозрительно. Посмотри, вон окно этого дома. Мы сможем туда подлететь, быстрее лети. Да, сейчас, банда, мы, возможно, увидим, что же там внутри. Возможно, даже увидим этого маньяка. Итак, я пока что ничего не вижу. И там просто занавеска. Он завешал окна, банда. А этот маньяк не такой уже и глупый, как остальные. Неужели это реально кожаное лицо? И похоже, банда, что здесь завешены все окна. Мы больше ничего здесь не увидим. Окей, тогда нам остается только ждать, когда выйдет сам этот маньяк с этого дома. Здесь даже есть какой-то сарай. Я думаю, что нам стоит в него залететь и посмотреть, что там внутри. Возможно, мы увидим что-то интересное. А еще, банда, я так подумал, скорее всего, люди просто боятся вызывать полицию. Потому что думают, что они вызовут полицию, маньяк спрячется, а потом найдет этих людей и просто убьет. Скорее всего, они переживают за свою жизнь. И как мы видим, банда, этот маньяк вообще не глупый. Он завешивает окна, чтобы никто ничего не увидел. То есть он также самоизбавляется от трупа, чтобы никто не увидел ничего плохого. Никто не заметил его за этим делом. А как я слышал, только в этом селе уже пропало без вести 10 людей. И все думают, что это этот маньяк, но никто ничего доказать не может. Итак, вот этот сарай. Я, в принципе, ничего не вижу. Там вроде бы ничего нету такого. Как и говорил, банда, он все прячет, хотя там есть какая-то яма. Возможно, в эту яму он и скидывает своих жертв. Это такая жесть. Попытайся заглянуть в чердак этого сарая. Да, сейчас. Я, в принципе, ничего не вижу. Итак, банда,
Вроде бы ничего нету, там просто крыша. Тозио ничего там не прячет. Это очень странно. Неужели он реально в эту яму скидывает своих жертв? Это все так страшно, просто жесть. Мне все уже не верится, что мы находимся в таком месте. У меня прям мурашки по коже. Тем не менее, банда в окнах вроде бы тоже ничего не видно. Разве что только немного видно наш дрон. Но тем не менее, я не вижу ничего плохого. Нету вообще никаких следов этого маньяка. И это, в принципе, многое объясняет. Скорее всего, что он очень аккуратен, и он выходит на охоту ночью. То есть, в основном убивает только ночью. Возможно, даже мы сегодня его не снимем. Придется приезжать на какой-то другой день. Интересно, эти ули относятся к двору этого маньяка? Неужели наш новый маньяк любитель меда? Или же банда, он вкидывает в эти ули своих жертв? А там живут какие-то насекомые, которые просто их поедают. Именно поэтому все эти 10 людей, которые без вести пропали, не могут найти. Это же ужасно! От этой теории прям мурашки по коже бегают. Тем не менее, банда пока что ничего не видно. Там даже нету никакой крови. Неужели он настолько запаривается, что даже вытирает кровь? Он просто вымывает эти улья. Это очень страшно. Итак, банда Настя опускается ниже. И мне кажется, что в этой веранде не завешены окна. То есть ты можешь подойти и посмотреть, что там внутри. Я пока что ничего не вижу, хотя нет, там что-то есть. Посмотрите, там какие-то мешки. О господи, что это вообще? Трудно разглядеть на улице светло. Тем не менее, хоть что-то видно. Суприм банда, если вдруг вы что-то увидели в этих окнах, то обязательно напишите об этом в комментариях, потому что нам довольно плохо видно. У нас часто бывает такое, что мы пропускаем что-то, потому что не видно в маленьком экране. Вроде бы сегодня такого не было, но все же... Сереж! Кто это? Это какая-то девушка с немытой головой, посмотри! О господи, она упала! Это горное лицо! О черт, банда, посмотрите! Это реально он! Только не это, беги, девушка! Это просто жесть, вы видите это? Он реально здесь живет! Такая жесть на нее догоняет! Она не может убежать, у нее что-то с ногами! Просто жизнь напала! Кожаное лицо, что он делает? Он берет свой крюк, посмотри на это! Банда, это реальное кожаное лицо, вы видите это? Он реально существует, просто жесть! Он пытается ее поймать, только не это, убегает девушка! Он очень сильный, посмотрите, какой он большой! Это такая жесть, просто посмотрите на него! Он не смог ее достать, она убежала! Она смогла это сделать! Он заметил наш дрон, только не это! Куда он бежит, посмотри! Что он делает, банда? Это реальное кожаное лицо, это его маска! Я его сразу же узнал! Он берет свою пилу! О, черт, банда, он бежит за ней, вы видите это? Только не это, еще этого не хватало! Просто посмотрите на него, какой же он ужасный! Он очень страшный, банда! Страшнее маньяка я еще не видел! Это, скорее всего, наверное, самый страшный маньяк, которого я только видел в своей жизни! А видели мы уже очень много маньяков! Тем не менее, где то девушка? Куда она делась? Она прячется за деревом! И он знает, где она, банда, он бежит прямо к ней, вы видите это? Он идет прямо к ней! Банда, вы видите это? Она заметила его. Ей нужно бежать. Почему она стоит? Неужели она не понимает, что он уже знает о ней? Он выбросил свою пилу и снова берет этот крюк. Это такая жесть. Я все еще не могу поверить. Кожаное лицо. Я никогда в жизни его не видел. Будет интересно снять его маску. О нет! Он ее поймал, банда, вы видите это? Просто в это не верится. Он ее тащит. Она все еще жива. Ей нужно выбираться. Она пытается вырваться, но ничего не получается. Это такая жесть, банда, что он вообще делает? Только посмотри на него! Неужели он хочет ее убить? Черт! О господи! Он ее просто убил одним ударом! Вы видели, это банда? Это такая жесть! И теперь он ее тащит к твоему дому, похоже! Мне просто в это не верится, банда! Он только что в наших глазах ее убил! Вы сами это видели! Это реально самый ужасный маньяк! Черт возьми, я все еще не могу в это поверить! Как же он ее тащит? Это уже труп! Скорее всего, банда, что она даже не жива! Возможно, ей повезло, она всего лишь потеряла сознание. Может быть, она даже сможет еще спастись. Но то, что я вижу, банда, он ее убьет до конца. Он просто ее уничтожит. Я думаю, что от нее даже не останется сухого места. Господи, банда, он очень долго ее тащил и взял просто на плечо. А еще он вернулся по свою пилу и снова ведет куда-то. Мне кажется, что он тащит ее к своему дому. Он снова хочет ее где-то там закрыть. Такая жесть, банда, кожаное лицо на наших глазах убил девушку. Точнее, он просто пока что ее вырубил. Но я думаю, что он ее убьет. Окей, банда, мы продолжаем за ним как-то аккуратно следить, чтобы он не заметил наш дрон. Но мне кажется, что он уже знает о нас, просто делает вид, что не видит. Итак, что он делает? Ложит пилу и что дальше?
Черт, я так переживаю! Он просто ее выбрасывает! Что он собирается с ней делать, банда? Еще не хватало, что он прямо сейчас ее убил! Или же, возможно, распилил напополам, как нам рассказывали, что он делает! Черт возьми, банда, я так переживаю! Скорее опускайся! Мы не должны ничего упустить! Итак, что он делает? Он забрасывает свой крюк на дерево, вы видите это? Он замахивается и просто его бросает! Это такая жесть, посмотрите на это! Черт, он хочет ее подвесить! Еще этого не хватало, банда, он реально хочет ее убить! О, господи, что он делает? Он просто ее тащит! Я так переживаю! Аккуратнее, подлетай так близко! Он сможет схватить наш новый дрон! Он очень дорогой, не хватало еще его потерять! Он ее связывает! Черт возьми, банда, неужели он собирается ее питать? Он будет делать с ней какие-то ужасные вещи! Я просто отказываюсь на это смотреть, это же ужасно! Что он вообще делает? Посмотрите, он связал ее! И теперь он пытается ее поднять! Господи, он все-таки собирается ее подвесить к этому дереву! И у него получилось, банда, вы только посмотрите! Он ее так легко поднял! И что он делает? Он берет пилу! Только не это, остановись! О, господи, неужели он хочет ее распилить? Вы только посмотрите на это! О, черт! Я отказываюсь на это смотреть! Что он делает? Он просто ее распиливает! Это такая жесть, банда! Вы не должны этого видеть, это ужасно! Я даже думаю, этого YouTube не пропустит! Тем не менее, банда, он снова входит в этот дом! Я просто отказываюсь в это верить! Он на наших глазах распилил ее напополам! Окей, Настя, бросай все, залетай внутрь этого дома! Мы должны увидеть, что у него там внутри! Итак, банда, вот Настя влетает! Просто жесть, он там стоит около этих дверей, ты видишь его тень? Да, я вижу! Черт, банда, я так переживаю! Итак, это он, только посмотрите! Он ходит дальше, но что там внутри? Какой-то бардак, вы видите это? Какие-то странные вещи! Это больше похоже на какую-то свалку! Какие-то сундуки! Что он хранит вообще в них? Это такая жесть, банда! Ну куда он ушел? Поворачивай скорее к нему! Да, сейчас! Господи, что это вообще? Посмотрите, сколько всего лежит! О, господи, это он! О, нет, улетай! Только не это, черт! О, нет, он распилил наш новый дрон! Он просто его уничтожил! Это такая жесть, банда! Это был мой новый дрон! Он у него просто уничтожил! Я даже не знаю, как на это реагировать! Мне не так страшно за мой новый дрон, как за ту девушку! Он распилил ее на наших глазах! Вы сами это видели! Тем не менее, банда, вот комменты из прошлого видео! Просто в какие-то шикарные, идеальные комментарии! А бро, если вдруг ты хочешь попасть в следующее видео, всего лишь нужно опуститься ниже! Нажать лайк, колокольчик и все, протежу на видео! Лайк, колокольчик, комменты в видео, бандит! И помни одно! Оставайся к тебе шикарный! Пока!